сначала мясо, да? Да, вроде да. Дабл сюда не нужен я. Может другой тембр на соло? Гипсом что ли? Нормально? Ну, в принципе, ну как бы все равно как бы его как бы громко не делать. Угу. Да, конечно. Вроде все партии, да? Все. Угу. Как по часам. Так, я тебе сейчас скидываю дороги. Ага, туда же, на хард. Туда же, да. Вроде ничего не забыли. На треть прям убираю инструмент сразу. Ривер на гармошку можно?
оттуда. Встречаем Ник, рок-н-ролл и Азза! Спасибо, ребята.